тобой приют найдем в земле сырой. Браво! Трудитесь, да? Как ты? Пора в путь. Мой лагерь на севере. Иди туда. Господа, нам пора. Сперва холодно, теперь жарко, черт возьми. И сыро. Просто болото, ей-богу. Не говорю о москитах. Уверяю, скоро нам будет не до жары и мошкары. Что? Из-за бульдога? Ха, еще немного, и мы понаделаем в нем дыр. А где ваш парень, Ли? Увы, ему пришлось вернуться в полк Брэдека. После нашей выходки бульдог вряд ли будет ему рад. Ли наплетет ему, что я ни на что не годен. Он ловок со словами, особенно когда дело доходит до лести. Его примут с распростертыми объятиями. А у нас там будет друг. Именно. Если вы не недооценили противника... Тогда, надеюсь, Чарльз догадается вовремя удрать. Он умнее, чем кажется. Когда все кончится, махну в Нью-Йорк. Мечтаю насладиться видами. Пустых бутылок из-под виски до женских панталон. А что, бывают другие виды? А ты не скучала? Все эти воины из разных родов, но все они желают избавиться от Брэддека. Абинаки, Делавар, Шони. А ты? За кого ты сама? За себя. Что я должен делать? Помоги научить остальных. Пойдем. Едут. Все в порядке, сэр? Просто ловлю мгновение. Многие удивляются, зачем мы рвемся на запад. В дикие, чужие, необжитые края. Они не всегда будут такими. Когда-нибудь нам станет тесно здесь. И этот день придет очень скоро. Нашему народу нужно место, чтобы процветать. Нужно больше земли.
Французы это знают и стараются нам помешать. Они вторгаются в наши края, ставят форты, заключают союзы, чтобы потом затянуть петлю у нас на шее. Но этому не бывать. Мы разрубим ее и выставим их вон. Вот зачем мы едем. Предъявить ультиматум. Пусть уходят или умрут. Пора нанести удар. Стой. Мало уничтожить экспедицию. Нельзя упустить и Брэдека, иначе он вернется. Я переоденусь одним из них и подберусь к нему. Твое нападение их отвлечет, и я нанесу ему смертельный удар. Мы ждем знака. Мы ждем знака. Они впереди. Просто чаще. Так мы не скоро доберемся до Дюкина. Надо было ехать вдоль реки. Там мы были как на ладони. И не застали бы их врасплох. Нас почти 2000. Один разведчик, и они все узнают. И что потом? Скорость сейчас важнее. Стоп!
Как можно считать этот лес домом? Грязь, мошка, всякая дрянь. Мы ее перегрузили. Сплошные колдоны. Одно неловкое движение, и все перевернется. Отбросим французов, на севере можно будет поживиться. Рад был служить. Сэр? Я сказал, что ты был рад служить. Генерал! Я не потерплю неповиновения и сочувствия врагам. У меня нет времени на дерзости. Он заплатил за свое предательство. Если мы победим французов... Нет, когда мы их победим, это случится потому, что такие, как вы, слушали таких, как я, и без колебаний. Ключ ко всему – дисциплина и субординация, подчинение командиру. Иначе победы мы не увидим. Вы меня поняли? Эдвард, с этой стороны дула все видится иначе, да? Берегись! Сэр! Куда же ты, Эдвард? Не думал, что ты трус, Эдвард. Что же ты? Какая дерзость. Я всегда знал, что она тебя погубит. Она погубит. Нет. Живей, пока он не ушел. Поторопись! Я не заслужил это! Ты лицемер, Хейтем! Прости, Эдвард, но ты вынудил меня! Ну все, умри! Проклятье! За что, Хейтем? Твоя смерть — это ключ, ничего личного. Ну, разве только отчасти. Ты в самом деле давно докучал мне. Мы с тобой были братьями. Да, когда-то. В прошлом. Думаешь, я забыл все твои грехи? Сколько невинных жертв. И ради чего? Прорубая мечом путь к развязке, мира не сберечь. Нет. Если бы мы все больше полагались на меч и убивали чаще, мир был бы куда лучше, чем есть. В данном случае согласен.
Прощай, Эдвард. Вот и все. Я выполнил свою часть сделки. Надеюсь, ты выполнишь свою. Идем. Нет. Нет. Ты разочарован? Я думал, это ключ. Здесь должно было быть что-то. Только эта комната. Я ждал большего. Что они значат? Это история Ютидзон. Что дала этому миру форму, чтобы здесь была жизнь. Путь ее был долог, труден и опасен. Но она верила в своих детей и в их силу. И хотя она давно покинула мир, ее глаза глядят на нас. Ее уши слышат нас. Ее руки ведут нас. И ее любовь дает нам силу. Ты была ко мне очень добра, Дзио. Спасибо. Мне пора.
ваши кости ноют, уши кровоточат, а ноги опухают, вам поможет волшебная мазь. Чистая питоновая вытяжка Монтгомери. Зачем тратить время? Все, что может понадобиться здесь. Джек Фредерикс поможет. Конфиденциально, надежно, дешево, примет всех. На беседу нет времени. Мастер Кенуэй, вы нашли его? Это не то место. Остальные ждут вас. Господа, прошу, садитесь. Боюсь, храм лишь раскрашенная пещера. Правда, там есть письмена и рисунки предтеч, так что цель близка. Видать, не слишком. Нам нужно удвоить усилия, найти еще людей и основать здесь базу. Я уверен, что мы найдем это место. Да, точно. Кроме того, полагаю, пришла пора посвятить во все Чарльза. Он показал себя верным учеником и служил нам верой и правдой. Он способен разделить бремя наших знаний и все соответствующие блага. Есть возражения? Хорошо. Чарльз, тогда начнем. Клянетесь ли вы блюсти устав Ордена и наши принципы? Клянусь. Не разглашать никому наших тайн и сути наших трудов. Клянусь. Отныне и до последнего вздоха любой ценой. Клянусь. Мы приветствуем тебя в наших рядах, брат. Вместе мы приблизим зарю нового мира, где будут царить цель и порядок. Дай мне руку. Ты... Тамплиер. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Стоп. Что? Вы все видели? Да. Что да, то да. Ключ, амулет, который Хейтем забрал из Лондона. Мы поняли, как он выглядит, но нигде его искать. Нужно продолжать, Дезмонд. Он и твой предок тоже. Почему бы тебе туда не залезть? Вот как. Это твой ответ. Ощущение, будто тебе 6 лет. Что с тобой, Дезмонд? Ты знаешь, что со мной. Вы меня за человека не считаете. Дезмонд то, Дезмонд это. Дезмонд, ты уж разберись там как-нибудь, а то солнце нас всех спалит. Мы мило провели время, но вообще-то я просто очередной тамплиер-заговорщик, так что будь добр, послушай свою волшебницу из прошлого и прикончи меня, а не то мир рухнет. Вот он твой ответ. Меня достало вечно быть пешкой. Я думал, с тобой будет не так. Ты вроде как мой отец, а ты не лучше, чем эти тамплиеры, что бы им! Да, не смей равнять меня с этими подонками. Слышишь? Все, что я делаю, все, что я делал, было для тебя. Может, я был слишком жесток, просил слишком многого, но постарайся понять, что стоит на кону. Соберись, мальчик.
время на так, исходе. Так, это было необычно. Ладно, я сделаю вид, что ничего такого не случилось, и просто быстренько распишу, что происходит. Плохие новости. Похоже, храм получает энергию от набора, скажем, батарей. Одну из них ты нашел на пути внутрь. А вот есть ли другие, уж точно не тут. Есть мысли, чем это дело можно заменить? Пока нет. Попробую запустить парочку тараканов в базу Абстерго. Если там найдутся ссылки на эти машины, то, может быть, нам повезет. Стоит попробовать. Разумеется. Ладно, Дезмонд, либо осмотрись тут, либо полезай назад в Анимус.